каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства после обработки 98% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК страны. Это рекорд в истории постсоветской России, отметили в комиссии. Так, в Туве Владимир Путин получил 92% голосов местных избирателей. На 4 часа утра по местному времени, по информации избирательной комиссии республики, отчиталось 106 из 183 УИКов республики. По представленным отчетам, явка избирателей составляет почти 95%. Из всех кандидатов в президенты России абсолютное большинство голосов тувинских избирателей получает Владимир Путин – 92,84%. На втором месте Павел Грудинин – 3,18%. На третьем – Владимир Жириновский – 1,32%. У Ксении Собчак – 1%, Максима Сурайкина – 0,25%. У Григория Явлинского и Сергея Бабурина – 0,21%. Бориса Титова – 0,18%. По явке в Туве лидирует Эрзинский район. 6 участковых избирательных комиссий района до 18 часов посетили 95,04% избирателей, или 3792 человека. На втором месте Дзунхемческий район. К 6 часам вечера здесь показатель достиг 94,32%. Тройку лидеров замыкает Байтайгинский район. Явка выше 90% зафиксирована в Тандынском, Лухемском и Мингунтайгинском районах. Больше 85% избирателей проголосовали в Барунхемческом, Авюрском, Суткольском, Чахольском и Чедыхольском районах. В городе Ак-Довурак к 6 часам вечера проголосовали 5146 человек. 32 избирательных участка, расположенных в Кызыле, к 6 часам вечера посетили 77,22% избирателей. Это чуть более 51 тысячи человек. Хотелось бы сразу отметить, что у нас все итоги предварительные. Пока мы собираем протоколы с наших территориальных комиссий, участковых комиссий, сейчас они занимаются сверкой всех данных, но по предварительным данным приняло участие жителей нашей республики в голосовании 93% 36%. Это то, что опять же я хочу остановиться, что это предварительно. И исходя из этого, за Владимира Владимировича Путина проголосовало 91%, 98%, ну, грубо 92%. Ну, на втором месте Грудинин около 4%. Но опять же, это все предварительные данные, потому что мы до сих пор собираем протоколы территориальной комиссии. И, скорее всего, после всех сборов мы проведем заседание, на котором уже примем окончательное решение об итогах голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Тыва. Собственное жилье в регионе скоро появится у 3 сотрудников УВД, вышедших на заслуженный отдых. Подполковника юстиции в отставке Аюмы Андар, прослуживший в органах предварительного следствия 17 лет. Майоров милиции в отставке Валерия Ахпашева и Тиграна Андара, отдавших службе в региональном министерстве внутренних дел 18 лет и 20 лет соответственно. Обладателей документов, а также членов их семей, присутствие руководителей подразделений ведомства, а также Совета ветеранов МВД по Туве поздравил заместитель министра Алексей Хаустов. Сегодня у нас получают жилищные сертификаты 3 ветерана органов внутренних дел, что поможет им решить свои жилищные вопросы и улучшить условия проживания. Также он подчеркнул, что государство выполняет взятые на себя обязательства по социальной поддержке ветеранов ОВД, и работа в этом направлении будет продолжена. Получив сертификат, ветераны поблагодарили руководство ведомства за долгожданный подарок. Они ждали этого события много лет и особенно рады тому, что у них теперь появится собственное жилье. Конечно, радость, в первую очередь, для семьи. Это долго ждалось, это 93-го года, свыше 20 лет получается. И я сегодня очень рад. Спасибо за это государству, министерству, в котором я работал. Не зря работал, получается. Очень огромное спасибо.
Напомним, что такой вид социальной поддержки, как вручение жилищных сертификатов, предусмотрено федеральной программой «Жилище», которая действует на территории России до 2020 года. С момента существования программы в региональном МВД государственные жилищные сертификаты получили 102 семьи пенсионеров ведомства. Сегодня ветеранам МВД были вручены сертификаты на общую сумму более 5 миллионов рублей. С 30 марта по 27 апреля в Кызыле объявлен месячник по благоустройству и санитарной очистке городских территорий. Об этом свидетельствует постановление мэрии Кызыла. Согласно ему, определены дни проведения общегородских субботников. Это 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля. За предприятиями и учреждениями закреплены территории, которые необходимо очистить. На уборку закрепленных территорий выходят все предприятия и учреждения, независимо от форм собственности, а также жители частного сектора. В связи с наступлением весеннего периода и повышением температуры воздуха, государственные инспекторы Шагонарского участка Центра ГИМС МЧС России по Туве 15 марта провели плановую проверку состояния Элихемской и Ледовой переправы через реку Енисей в Улухемском районе. Замеры льда на реке показали, что толщина ледового полотна составляет 90 сантиметров. По итогам проверки принято решение снизить грузоподъемность переправы с 20 до 10 тонн. Эксплуатация ледовой переправы разрешена до 25 марта, однако сроки закрытия могут корректироваться в зависимости от температуры и погодных условий. Накануне в нескольких регионах Тувы прошло рейтинговое голосование по комфортной городской среде. Рейтинговое голосование прошло на 61 пункте, большинство которых расположились в зданиях участковых избирательных комиссий. Напомним, в этом году в реализации проекта формирования комфортной городской среды участвуют Кызыл, Акдувурак, Шагонар, Чадан, Туран, село Сарыксепкахемского района, Кызылмажалык Барунхемческого района, Тели Байтагинского, Хуваксы Чедыхольского и поселок Кахем Кызылского района. Рейтинговое голосование организовано в административных центрах районов. Всего в 2017 году Тува получила на благоустройство из федерального бюджета 68 миллионов 219 тысяч рублей. Еще 3 миллиона 590 тысяч было выделено из республиканского бюджета. По итогам рейтингового голосования в лидеры вышли Кызылмажалык Барунхемчикского района и Хабаксы Чедыхольского района. Они поделили первое место, набрали 92% явки. На третьем месте у нас село Тели Байтагинского района и Сарыксеп Кахемского района. Там набрано по 91% и 89% соответственно. В Кызыле в лидеры вышли автобусные остановки, молодежный сквер и сквер Ангарский. До 20 марта пройдут заседания муниципальных комиссий, где они будут утверждены. После этого начнутся все работы по благоустройству выбранных объектов. О курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 49 копеек, евро 70 рублей 81 копейка. Дмитрий Миллер, Александр Носик, Анна Невская, Игорь Ливанов и Екатерина Волкова в музыкальной комедии Максима Дунаевского «С любовью не шутят» 20 марта в Национальном театре. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. Прокурорской проверкой установлено нарушение законодательства в деятельности некоммерческого фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тувы. Респрокуратура сообщает, что в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-43 годы включен многоквартирный дом 19 по улице 60 Богатырей, который постановлением правительства Республики Тыва от 14 сентября 2017 года включен в перечень домов в городе Кызыле, сельскохозяйственных поселений, которых экономически нецелесообразно.
можно. Принято решение о признании жилых помещений дома непригодными для проживания граждан в связи с невозможностью и экономической нецелесообразностью проведения восстановительных работ. Установлено, что начисление жильцам взносов на капремонт многоквартирного дома 19 по улице 60 Богатырей, который признан аварийным, незаконно. Минздрав Тувы приглашает жителей республики пройти диспансеризацию. Если в 2018 году жителю Тувы исполнится 21 год или его возраст в наступившем году делится на 3 без остатка, то он может пройти диспансеризацию в поликлинике, который прикреплен бесплатно. В рамках диспансеризации можно пройти такие обследования, как ЭКГ, УЗИ, флюорографию, маммографию и другие более узкие исследования в случае медицинских к тому показаний. Для прохождения диспансеризации достаточно с паспортом, полисом и СНИЛС обратиться к своему терапевту, который в первый визит проведет анкетирование на выявление факторов риска и признаков хронических заболеваний, антропометрию, расчет индекса массы тела и направит на анализы, исследования и консультации у узких специалистов. Фильмы Государственного архива Тувы, представленные на кинофестивале «Российский хронограф», прошли финал. Документальные фильмы «Столетие единения России и Тувы» и «Развитие купечества в начале 20 века» прошли первый отборочный этап, получив высокую оценку представителей научно-методического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа. Кинофестиваль «Российский хронограф» проводится в рамках празднования столетия архивной службы России с целью распространения исторических знаний, содействия патриотическому воспитанию граждан, популяризации деятельности архивов, пропаганде архивных документов как источников по отечественной истории. В конкурсе участвуют документальные игровые фильмы, телепрограммы, телепередачи и телесюжеты, созданные на основе архивных документов и раскрывающие значение архивов для общества. Подведение итогов кинофестиваля состоится 27 апреля в Екатеринбурге. Спонсор выпуска «Погоды» – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Переплата по займам? Такая маленькая! Совсем малышка! «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем местами небольшой мокрый снег. В Кызыле облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью минус 9, минус 11 градусов, днем плюс 1, плюс 3. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные, удобные условия по займам.